Ролик соберет 5000 лайков, я сразу же выпущу новую серию по этому аккаунту. Привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale. Я нахожусь на Твинке, давно я не записывал на этом аккаунте ролики. Я уже соскучился, реально, за онлайн-каточками, за открытием сундуков. Да и, в принципе, не было записи, потому что я готовился к батлу, и я еще не определен был с колодой. До 7-й арены я был еще в процессе определения, и вы мне в этом помогли. И что вы думаете? Вы не оставили мне выбора. Вот здесь сейчас где-то прикреплю скрин, надеюсь, не забуду в монтаже. Вы проголосовали за колоду именно с ними. Да, я вам дал на выбор три колоды, которыми я хотел на этом аккаунте прокачивать. Которую я хотел на этом аккаунте прокачивать, но вы выбрали именно их. Поэтому мы сейчас займемся тем, что будем пытаться что-то сгенерировать и интегрировать их в деку. Это очень сложно будет. Мне будет трудно привыкнуть к тому, что и вам будет трудно привыкнуть, что я играю с элитными варварами. Но тем не менее, ребята, относитесь к этому как к фану и к тому, что я выбираю эту карту не по своей воле. Вы сами выбрали эту деку. Этот проект создан для вас, поэтому вы выбирали колоду. Вы выбрали именно так, и из 17 тысяч, там 9 тысяч проголосовало за элитных варваров. В принципе, мне будет самому по фану. Посмотрю, сколько я смогу поднять. Значит, ну что, я... Я беру эту карту себе в деку. Значит, давайте прокачаем миньонов и предлагаю немножко сделать открытие сундучков, чтобы набить хотя бы их на пару уровней выше. Так, отлично, колдун у нас. Давайте прокрутим... Опа, элитные варвары, эпики, хочу поизон. Хотя можно было и голема оставить. Рейдж, вот рейджа тоже много. Еще немножечко откроем пару сундучков, чтобы... как можно больше их прокачать. Да, я хочу их прокачать прям на максимум. Но это будет в сундуке фортуны. Так, ой, случайно не тот сундук чуть... Так, ну давайте еще вот этот и последний откроем. Так, дракончик пускай остается. Элиток, дайте элитных варваров. То постоянно они мне падают. Зап, ну тоже зап прикольно. Но хочу элитных варваров. Бомбер. Ладно, еще раз, еще раз, еще раз. Так, дракончик 4 уровень, неплохо. Элитных варваров дадите, нет? Элитных варваров. Ай, блин. Ладно, давайте прокачаем, что у нас тут уже доступно. Так, дракон доступен. Сейчас будет 7-й уровень. Та-да-да-дам-да-дам. 7-й левел. Ох, я, конечно, прокачан очень сильно, но я давно не... долго не играл на аккаунте. Сейчас поднимем кубки. Слушайте, да на самом деле... на 8-й уровень давайте поднимем их и пойдем пару каточек сыграем. Так. А вдруг выпадет лего какая-то, хрен его знает, все может быть. Так, мортира не буду играть, зап, да зап, не, надо только элитных варваров. Боже, никогда не думал, что я буду в поисках элитных варваров. Ой, да простите меня, зрители, я вам серьезно говорю, что я не сам их выбрал, выбрали вы их. Ой, надо было рарки покрутить. Но я решил, скорее всего, ребята, буду их интегрировать в колоду с Хогом. Я долго думал, можно с Големом было бы сделать, и это прям вообще была бессмертная связка, я вам серьезно говорю. Но мне кажется, с Хогом будет повеселее. Все-таки я не уверен, но я думаю, что этот аккаунт разыграю. Я думаю, что победителю будет лучше играть. Хотя Хог и Голем тоже... Ну, просто Голем это эпик, мне будет сложно Голема качать, поэтому... Ну, не знаю, напишите вы в комментариях, но мне кажется, лучше Хога прокачать. То есть, ну, Голем был в прошлом у меня проекте, поэтому здесь я думаю прокачать Хога. Так, ну что, еще немножечко сундучков мы откроем с вами. Так, нам последний раз нужно выбить элитных варваров. Ох, чувствую комментарии, многие меня не поймут и все равно будут писать: «Нет, только не, Холдик, ты зачем скатываешься? Боже, я думал, ты нормальный игрок, а ты скатился, взял элитных варваров. О, ко-ко-ко». Блин. Где элитный варвар? Ай, зато Хога выбили. Ничего себе! Вау, пацаны, нихера себе, лего! Выпало лего! Ух ты, блин, класс, вау! Кладбище! А я хочу подумать, а какую мне лего надо? Давайте покрутим еще. Не хочу с кладбищем. Давайте покрутим. Спарки. Нет, и крутим. Пламенный. Нет, крутим.
Лава, нет, пожалуйста, дайте ледяного колдуна. Вау, вот это везение, вот это фарт, попросил, на, получи. Класс, друзья, шикарно. Берем ледяного колдуна, просто капец, еще одна лего на моем твинке. Вот это круто, вот это класс. Капец, вторая лего на твинке. Сейчас сидят у экранов 90% зрителей и с такими лицами: сука, донатили за тебя, я не могу подняться, я вот не могу донатить в игру, а ты можешь. Ребята, пожалуйста, не надо сквозь зубы смотреть на то, что я доначу. Я доначу только для вас, чтобы мне честно, не сильно нужен этот аккаунт и не сильно нужно тратить деньги на него. Я это делаю для контента, чтобы вам было интересно смотреть. И тем более этот аккаунт я, возможно, отдам кому-то из вас. Но задания будут непростые и не просто по репостам. Я что-то придумаю, что-то творческое, возможно. Короче, придется проявить будет креативность свою. И аккаунт этот, возможно, я отдам кому-то из вас. Поэтому, ну, не бомбите, что я доначу. О, все, отлично. Все, элиток выбили. Надо было еще покрутить рарки, ну ладно. Все. Ой, ну поехали, что. Понятное дело, что я на 3000 уже и выше пойду, но... Застряли мы немножко, ну просто... Я, сколько, дня три не снимал видосы. О боже, элитные варвары. Я с ними играю, серьезно, никогда не мог подумать. Хотя, сколько уже, блин, времени прошло. Я думаю, давно научились их контрить. Но они все равно бесят, потому что я понимаю, ребята, что без доната сложно играть. И вас бесят перекачанные игроки. Я вас прекрасно понимаю. И, ну блин, ничем вам помочь не могу. Ну, правда, ничем. Но я делаю разные розыгрыши. Возможно, когда-нибудь вы что-то выиграете, гемы какие-то у меня или еще что-то. Надеюсь, что вам это поможет. О, армия скелета Валькирия задефали. Поэтому, блин, буду за вас мстить тем, кто перекачан на этих кубках. Я читал комментарии типа: Холдик, а попробуй без доната, почувствуй себя в нашей шкуре. Да я понимаю, ребята, я же ничего не говорю, я не говорю, что вам легко здесь играть, я знаю, что вам сложно, блин, сложно на... Куча есть игроков, донатеров, понимаете, я-то задонатил, я поднимусь на свои кубки, вы-то знаете меня. А есть много игроков, которые донатят, но, сука, они не поднимаются нихера, хрен знает, что с ними не так. То есть у них прокачка, ну, достойная, эпики, иерархи, все прокачано неплохо, я уже молчу про команки, да, про леги. Но что-то с ними не то, что-то они не поднимаются по трофеям. Я-то поднимусь, мне время надо. Я вот буквально за недельку я уже буду на тех кубках, на которых надо. Так, а что, чем мне дефать пламенного дракона? Ну давайте, давайте, что, пердикт? Нет, смотрите, он не выбросил армию скелетов. Я надеюсь, пламенный не убьет мою вышку? Лол, я уже думал, все, хана вышки моей. Так, давайте здесь ледяного колдуна. Такс. Угу. А мушкетерка. Ну давайте, орду мух. Я что-то не хочу терять ледяного мага. Давайте задефаем его. И пошел хок. Пошел хок. Ну, я еще не знаю насчет колоды. Кстати, колода пока что бредовая. Вот. Так. Я еще подумаю, может я. Там трех мушкетера возьму или еще кого-то. Я еще не определился с этим. Так, здесь ледяного колдуна. Но то, что у меня есть ледяный колдун, это прикольно. Я хотел бы его в этой деке оставить. Прокачивать, конечно, легендарки нелегко. Да, то есть трудно выбить ту легу, которую ты хочешь. Ну, в начале это очень хороший бонус. И очень хороший сейчас будет трамплин для меня в плане кубков. То есть леги, конечно же, тащат. Все, короче, на три короны Вася улетает. Значит, я думаю, что, ребята, в следующем выпуске, я могу и в этом, но оставлю это на следующий выпуск. Я возьму восьмую арену. Давайте я, короче, еще одну каточку сыграю. Вот, стрим, наверное, стрима сегодня, наверное, не будет на этом аккаунте, потому что, ну, я не хочу пока поднимать кубки, я хочу на видос восьмую арену поднять. Вот. А на следующий день уже будет стрим. Стрим, скорее всего, будет на основном аккаунте. Проходим гранды, я не знаю, что-нибудь сделаем. Либо турнир проведу, точно не знаю. Давайте последнюю каточку.
Кстати, следующий выпуск может вот буквально сразу выйти, если вы поставите много лайков. Вот если 5000 лайков собирает ролик сразу, то я, возможно, в этот же день и запишу видео, и стрим еще будет. Короче, смотрите сами. Если хотите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. 5000 лайков набираем, и я сразу же публикую вам видосик Геапы 8 арену. Доначу на спецпредложение, если, конечно, там будет достойное спецпредложение, потому что... Я не знаю, там изменили систему вот этих сундуков, спецпредложения, они теперь там не те, которые были раньше, поэтому... Так, давайте, я дам, нанесем урон. Да выбрасывай эту армию скелета, ну чувствую же, держишь уже в руке ее. Нет, он решил немножко нанести урон огненным шаром. Хорошее решение, а вот и армия скелетов. Одна из самых популярных карт на этих кубках. Армия скелетов. Ну, она действительно дефает много чего. Но у меня-то элитные эти деферы, да? Ой, блин, да, с ними, конечно, весело играть. Так, поехали. Поехали. Элитки плюс дракончик. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Варвары против элитных варваров. Еще и валькирия. Так, ну, пока не выносят, конечно, да, пока выносят. Да, я думаю, они будут выносить, если их буду прокачивать, в любом случае. Ой, как же больно сейчас сопернику, я представляю, блин. Я прям эту боль через себя пропускаю. Ну, все, я остановлюсь, и надеюсь, что никому психику не травмировал. В общем, друзья мои, я еще подумаю над колодой. Я, честно, вот хоть и уже определен более-менее, но тем не менее я еще не готов вливать на сундуки фортуны. Я еще составлю колоду, буду в процессе ее подбирать. В общем, наблюдайте за этим, следите за этим проектом, не пропускайте видосы, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если 5000, если ролик соберет 5000 лайков, я сразу же выпущу новую серию по этому аккаунту. В общем, подписывайтесь, ждите новые выпуски. Спасибо всем за просмотр. Желаю вам всем удачи, хорошего вам всем настроения, до новых встреч. И всем, друзья, пока-пока.